прогулку выходного дня уже по изведанным маршрутам и всей семьей. Никита пытается ягоды собрать. Да, есть крупные, но ее мало. На чистых прудах звуки веселья купающихся не видно, гуляющих много. И это место как раз на другом берегу, на противоположном от чистых прудов, очень активно используется для отдыха, потому что и живописно, и в какой-то мере укромно. Поэтому даже тут какая-то стоянка обнаружена, возможно, прошлогодние шалашики были. То ли туристы, то ли какие-то дикари. Но место интересное. Но вот это бескультурье просто убивает. Кругом мусор, банки, пластик. Черт, что за люди, что за свиньи. Сейчас, чтобы снять вот предшествующие кадры, я заскочил на эту каменюгу, а оказалось, что это не просто каменюга. Вот ведь. Ха, а с этой... Такой номер не прокатил. Это просто каменюга, лежащая на обычном основании. Так, а эти все еще вращаются. Так, ну здесь мы были. Здесь мы все видели. Только лишь не таким составом. Но сейчас погода лучше, чем в прошлый раз. Жарче, ярче. Ой, а вода нечистая. Очень жаль. А ведь это чистые пруды. Композиция жиза. Женская ее часть. И мужская часть. Борьба и единство, стремление и желание. Часто вижу, что на всяких скульптурах, дабы там к удачу привлечь всякие наполированные части. Странно, что здесь не наполированные, более того, даже кто-то кусочек отколупнул. То ли на сувениры, то ли на изготовление каких-то препаратов. Некоторые композиции в прошлый раз я не хватил. Но такие значительно ведь лучше, красивее и понятливее, чем вот такие абстракции. Но наверняка кто-то вот в этом переплетении замысловатом найдет значительно больше смысла. Ух ты, а это вообще что-то зубодробильное. Так, сад камней, где каждый, наверное, сам может организовать свой кусочек. Грабли там, камешки там. Здесь можно проводить чемпионаты. Ну или отводить душу.
такой чистый пруд. До очередной встречи. Пока.